Уже как 2 года КВНщики играют без зрителей. Итак, душевный крик КВНщика. Незнакомый мне зритель, кто когда-то мне с зала звал. Жан Бота, ты фальшив и ужасен, чтоб не только Юрий Дю это кричал. Но есть свои плюсы играть в пустом зале. Здесь вещи команды свои раскидали. Жюри курит кальянчик, Алексей играет в танчик. Сомнительные плюсы, но радуюсь, что есть. После игры пели песни Коржа, кино, Виктор Цой. А сейчас мы сидим на измене от действий группы другой. Выступать в пустом зале всегда очень сложно, а шутки проверить почти невозможно. Хочу, как главный сессия, успешно выступать я, что фразою одною смешить людей страны. Только глазницы, и не видно у людей поллица. Встретил девушку, глаза бешеные львицы. В остальном ей маска нужна. На этой земле все проходит бесследно. Она знает мой адрес и ждет у подъезда. На ней жениться надо, иначе будет драка. И либо свадьба будет, иначе судьбой твой. Первый год. Мы уже отыграли. И одно лишь сумели понять. Чтобы зрители нас в игре не теряли. Надо зрителя в зал приглашать. В зале пустом играть меня достало. Хоть есть Урываев, но этого мало. Хочу, чтоб в полном зале команды выступали. Пусть этой игрой, пожалуйста, окажется финал.